Видео хотел бы рассказать вам про автомобиль, который можно приобрести от 950, на мой взгляд, до 1 600 000 рублей. Это седан D-класса. Вы же понимаете, что не все ребята первые хотят кроссоверы. Кто-то хочет купить и просто хорошую, большую, солидную, статную, мощную, надежную машину. Эта машина, на мой взгляд, является Ford Mondeo 5-го поколения. Да, успех у него не такой, как у четверки. Покупали его людей, естественно, меньше и гораздо меньше, чем четверку. Но это, ребята, не из-за того, что испортилось впечатление из-за EcoBoost либо PowerShift. Это просто из-за того, что первое, Ford ушел. Но второе, все-таки в тот момент очень сильно люди ринулись на кроссоверы. Сейчас, ребята, ситуация нестабильная. Сейчас, ребята, ситуация такая, что цены растут астрономически и космически. И вам, естественно, кажется, что, возможно, у Mondeo, да, какие-то у пятой версии дефекты, возможно, люди их не так на вторичке любят, но на самом деле это все стереотипы. Машина очень надежная, брать ее нужно с атмосферником 2.5, коробка автомат там нормальная, то есть все будет, ребята, хорошо. Поверьте вы мне, за от 950 до 1 600 000 вы ничего этих размеров, этой управляемости и вообще этой начинки не возьмете. Ни Мазду не надо себя тешить какими, да, вот этими вот вещами, ни Тойоту Камри тем более. Цены космос. Берите Mondeo 5, если хотите хороший, стильный, солидный седан. Но запомните, не больше двух владельцев. Вот это как табу. Можно подыскать, можно. В Москве, в Питере дофига машин я вижу. Ищем все время их. Я вам серьезно говорю, если нужна консультация, пишите, обязательно всем отвечу. Ставьте лайки.